95% мобилизованных армянских резервистов оказались дезертирами. Как передает канал 13, об этом сказал советник бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна Владимир Погосян в голосовом чате одного из армянских телеграм-каналов. Напомним, что в феврале этого года премьер Армении Никол Пашинян заявлял о том, что в отношении более 10 тысяч человек возбуждены уголовные дела по обвинению в дезертирстве, оставлении боевых позиций и побеге с поля боя во время Карабахской войны. В продолжение Погосян за поражение Армении в Карабахской войне взвалил вину на Россию. Россия контролировала ход войны от начала и до конца и сама решала, когда эту войну остановить. Теперь Россия имеет военную базу в самом Азербайджане, отметил советник Гаспаряна, не уточнив, где именно находится эта российская база.